«Землянки». Слова песни были написаны в ноябре 1941 года Алексеем Сурковым, а музыка в феврале 1942 года Константином Листовым. 25 марта 1942 года слова песни были напечатаны в газете «Комсомольская правда» и сразу же были приняты и сердцем солдата, и сердцем тех, кто его ждал. Какая тишина, прямо как до войны. Ничего, скоро война закончится, всегда так тихо будет. Может быть, нам песню спеть? Чего ты ждешь? Запевай. Будем жить!